канал. Сегодня я хочу показать вам одну из своих самых любимых палеток. Эта палетка вышла относительно недавно, и называется она Lime Crime Venus. Всего у Lime Crime две палетки, это Venus 1 и Venus 2, и обе палетки являются абсолютными моими любимицами, абсолютными фаворитками, потому что они содержат в себе такие цвета, которые больше нигде не повторяются, они уникальны. Именно такие цвета позволяют создать уникальные, неповторимые макияжи, позволяют вам проявить себя, проявить свою фантазию. Обожаю обе палетки, и сегодня хочу вам показать одну из, наверное, моих самых любимых палеток во всей моей большой коллекции. Палетка Venus 2 состоит также из 8 оттенков. Вы видите, что они все нетривиальные и очень-очень специфические. Многие девушки считают, что эта палетка неносибельна, она не на каждый день. Слишком сложные и необычные цвета использованы у Lime Crime. Но, насколько я понимаю, это основная задача создательницы Lime Crime – искать такие цвета, которые не находят повторений, которые оригинальные, ультра-оригинальные. И вот в палетке Venus мы находим с вами, как я уже сказала, 8 оттенков. Первый оттенок – это оттенок, если я правильно читаю, называется он Пегион. Наверное, сейчас это один из самых-самых популярных оттенков. Это такой коричнево-зеленоватый дуохром. Второй оттенок фильтра – небесно-голубой, красивейший голубой. Такого цвета я не встречала ни в одной синей-голубой гамме. Он очень необычный, он слишком нежный, действительно цвет неба. Оттенок марш или мерш – оттенок зеленой травы, вернее, такого травяного сока с каким-то золотистым нано-шиммером. Очень необычный и очень красивый. Оттенок мустард, горчица, является одним из самых-самых моих любимых. Это действительно горчичный цвет, который встречается не так часто, но в то же время именно этот цвет наилучшим образом обыгрывает цвет зеленых глаз. У меня это получается сделать лучше, чем с тенями фиолетового оттенка. Именно поэтому тени такого именно горчичного оттенка, если я где-то вижу, я пытаюсь сразу же купить, потому что они действительно редко встречаются. И пока что из всего того, что у меня есть, это тени Bobbi Brown, по-моему, Camel, верблюд они называются. И вот теперь я рада, что у меня есть такие тени из палетки Lime Crime Venus 2. Сейчас я вам его покажу. Я думаю, вы согласитесь со мной, что он очень красивый. Оттенок Fly, это дуохром. Такой он зеленовато-перламутрово-желтоватый, очень красиво смотрится в складке века, красиво смотрится в уголке, как переходный цвет, очень удачный оттенок, действительно. Оттенок джем насыщенный, оранжевый, как такая корка марокканского мандарина, очень красивый, прекрасно работает в паре с горчицей. В паре с вот этим вот коричнево-зеленым дуохромом. Обожаемый мною цвет. Практически постоянно его использую в любом макияже. И он очень пигментирован. Оттенок муд. Коричнево-красный. Такой припыленный. Благородный очень цвет. Очень красивый. Я все время про все цвета говорю, что они очень красивые. Но это действительно так. И последний оттенок из этой палетки – это оттенок Boot. Мне кажется, сам он является черным, но в нем большое количество шиммера, микрошиммера, я бы сказала, то есть это не крупные блестки, зеленого, розового, фиолетового цвета, за счет чего он выглядит очень неоднозначно, переливающимся таким каким-то изысканным, вечерним, похож на огни большого ночного города. В этом видео я покажу вам один незамысловатый макияж с использованием этой палетки. Развенчаю миф или мнение о том, что эта палетка не на каждый день. Самое главное, чтобы ваш макияж был уместным, чтобы он подходил к вашей одежде, к вашему стилю, чтобы он подходил к случаю. Если все делать в меру, все будет гармонично и красиво. Давайте посмотрим, какой макияж с этой палеткой получается. Первый оттенок, которым я воспользуюсь, будет оттенок Джем. Большой пушистой кистью от Smashbox я тщательно растушевываю его к виску. Оттенок Pigeon. Красивый дуохром. Совсем не голубиный цвет. Наношу его плоской кистью на всю основную площадь века. Это кисточка от Ludovic, если я не ошибаюсь.
Прихлопывающими движениями я наношу, обязательно растушевываю, слежу за тем, чтобы границы были плавными. Моя любимая горчица. Кистью карандаш повторяю контур оттенка Pigeon и растушевываю еще раз. В этом макияже самое главное – это хорошая тушевка. Вообще, хорошая тушевка – это главное в любом макияже. Оттенок Fly, наношу его в уголок глаза для создания светового акцента. Этот зеленый травяной оттенок я наношу на середину века жесткой кистью. Делаю я это для того, чтобы усилить перелив оттенка Pigeon. Он становится еще более выразительным, еще более дуохромистым и красивым. Одна из моих любимых подводок Марк Джейкобс. Рисую тонкую стрелку. Сразу предупреждаю, что стрелки я рисую неправильно. Это мой личный способ, я всегда так делаю. Вы можете делать по-любому, по-другому, как вы привыкли. И потом я беру подводку от Vien Sabo. Это в синий металлик. И повторяю черную подводку от Марк Джейкобс. Моя любимая тушь от Gourmandise. Тщательно прокрашиваю ресницы. Обычно я это делаю 2-3 слоя. И еще одной фишкой этого макияжа будет тушь от тоже Vien Sabo, тушь Cabaret, если я не ошибаюсь. Я повторяю, наслаиваю ее поверх черной туши от Gourmandise. И это главная фишка этого макияжа. Все такое неоднозначное, переливчатое, дуохромное. В то же время очень неброская. Мне кажется, получилось. А как вам? Понравилось?